Дмитрий Винокуров. Что для тебя значит альтернативное хэр-шоу? Почему для тебя важно быть здесь сегодня? Для меня важно это движение международное, которое делает благое дело. И то, что наша профессия во благо, и парикмахеры, стилисты могут делать благие дела. Эта профессия возрастает на очень высокий уровень, как и профессиональный, так и гуманитарный. Поэтому я очень рад приветствовать это движение и поддерживать его.